Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня представляю вашему вниманию стиральную машину LG F2V5HS2S, F2V5HS0W. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Ссылки на магазины с выгодными ценами вы найдете в описании под видео. Буду рад вашей поддержке, поэтому пишите комментарии и ставьте лайки. Стиральная машина с фронтальной загрузкой на 7 кг обладает встроенными индикаторами, которые проинформируют об установленной температуре, ошибках и скорости отжима. В домашней помощнице реализовано несколько программ, незаменимых для бережного и эффективного очищения одежды из хлопка, пуха и смешанных тканей. Об окончании цикла стирки вас оповестит характерный звуковой сигнал. Для выбора параметров работы в модели предусмотрен встроенный дисплей, сенсорные элементы управления и поворотный переключатель. Переключатель с металлической отделкой стал более эргономичным, а символы на дисплее крупнее. Элегантная дверь из закаленного стекла устойчива к царапинам, сколам и высоким температурам. Ребра барабана выполнены из нержавеющей стали, обладающей антибактериальными свойствами. В память стиральной машины заложена база данных из 20 тысяч возможных сочетаний тканей. Анализ этих данных позволяет подбирать свой алгоритм стирки для каждого типа белья. Как результат, высокое качество стирки и на 18% меньше повреждений ткани. Интеллектуальная система определения типа ткани AIDD способна распознавать не только вес, но и характеристики ткани, такие как плотность и мягкость, с точностью подбирая оптимальный алгоритм стирки. Технология LG Steam Plus удаляет вирусы, бактерии и до 99,9% бытовых аллергенов, заботясь о здоровье вашей семьи. Если вы забыли положить какие-то вещи в барабан, не беда. Используйте специальную функцию «Добавить белье», чтобы догрузить забытые вещи после запуска программы стирки. Стиральная машина LG AIDD оснащена технологией LG ThinQ. Вы можете управлять стиральной машиной с помощью смартфона, загружать специальные циклы стирки и отслеживать расход воды и электричества. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них, сначала отрицательные. Неудобный светодиодный индикатор. Громкие щелчки при блокировке дверцы. Умный дом с Алисой толком не работает. Теперь перейдем к положительным. Дозагрузка белья. Возможность настройки параметров вручную. Стирка объемных вещей. Бесшумная, аккуратная. Отлично стирает. Искусственный интеллект. Возможность загрузки своей программы. Дистанционный запуск. Отлично отжимает. Всем спасибо, рад, что досмотрели до конца. Для покупки этой модели по выгодной цене следуйте по ссылкам в описании. А чтобы не пропустить новый обзор, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Надеюсь на вашу поддержку, поэтому делитесь мнением в комментариях и ставьте лайки. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».